Велопарадом отметили День пожарной охраны сотрудники регионального МЧС. На территории управления в это воскресенье было шумно. Звучала музыка, развивались флаги, сверкали на солнце велосипедные рамы и спицы. Здесь встретились порядка 60 велолюбителей. Огнеборцы, кадеты ДСАФ России по ЕАО, активные горожане. Акция объединила и маленьких, и взрослых. Помимо основного праздника Дня пожарной охраны, который отмечается 30 апреля, велопарад также приурочили ко Дню Великой Победы. Это традиционный велопробег, который мы проводим в День пожарной охраны. Сегодня 368-я годовщина со дня образования пожарной охраны. В преддверии праздника Великого Дня Победы нашего мы пропагандируем здоровый образ жизни, любовь к родине, праздничное настроение у всех. И погода нам помогает. Впереди почти 15 километров. Путь лежит через Биробиджан до села Валдгейм. Умеренная скорость, соблюдение правил дорожного движения. Велосипедисты – полноценные его участники. За успешным прохождением дистанции следит медицинский работник. В Валдгейме участники велопарада провели эстафету для детей, а также возложили цветы к обелиску. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, новости.